Project S Channel. Вы отредактировали файл субтитров, но в игре по-прежнему отображается старый текст. Не беда, решить эту задачу просто. Нужно всего лишь скомпилировать текстовый документ в контейнер формата DAT. А поможет вам в этом Caption Compiler, который находится в папке bin, как и все остальные инструменты Source Engine. Если вдруг там его нет, значит у вас игра серии Left 4 Dead или Portal 2, для которых нужно дополнительно установить из Steam Authoring Tools. Итак, создайте в корневой папки игры текстовый документ. Внутрь следует дописать путь к компилятору, затем параметр запуска -game, после чего указать папку, где находится game.info файл. В самом конце требуется указать точное имя файла субтитров. Для Portal 2 нужно будет еще дописать две дополнительные команды -v -d0. После всего сохраните документ как BAT файл и запустите его. Если все было сделано верно, в папке помимо текстового файла появится новый DAT контейнер. Все! Для Left 4 Dead 2 придется извлечь из VPK архивов файл субтитров, скопировать его и переименовать в BAT файл, после чего запустить инструментарий. Затем останется просто открыть BAT файл с помощью компилятора. Вот так! Это странно, но это работает. На этом все. Удачи, Таматачи!